Всем здравствуйте! Сегодня давайте раскроем секрет, как получить быстрый доступ к системным настройкам Windows. Для этого на рабочем столе создаем новую папку. Создать папку. Теперь ее необходимо переименовать под таким кодом. Расшифровка этого кода будет дана внизу под видео в описании. Копируем. Переименовать. И вставляем вот этот код. И нажимаем Enter. Все. Вот так быстро была создана вот такая красивая папка по таким кодам. Давайте откроем ее и посмотрим, что в ней находится. Открыть. И как видим, здесь много чего есть интересного. Вот так пролистываем. Эта папка может находиться у нас на рабочем столе или проводнике. Но Total Commander она не откроется. Много чего есть интересного. Закрываю. Вот таким способом каждый может создать секретную папку доступа к системным настройкам Windows. До свидания.